Ну что ж, спускаемся. Выбирать нам не приходится. Ограничители не действуют. Всем людям, кто слышит. В мои системы проникла программа «Демон» неизвестного происхождения. Трассировка показала, что она носит именование «Гефест». Ее нужно остановить любой ценой. Она перенастроила комплекс на создание опасности. Доклад неизбежен. Прилагаю к сообщению дополнительные данные. С нами говорит душа. Других посланиях. Да, может быть. Пойдемте дальше. Я хотел ее просто отключить, но это рискованно. Вдруг при перезагрузке она дезориентируется или вообще повредится. Как объяснить им это?
эмоциональному эквиваленту ребенка, что ему, вернее, ей придется впасть в кому. Возможно, на долгие годы. И что она увидит, когда очнется? Дальше. Теперь мой.
кто слышит. Переконфигурация комплекса вызвала дестабилизацию основной геотермической магистрали. Уязвимыми точками можно воспользоваться, чтобы уничтожить дефектные элементы комплекса, сохранив резервные стабилизаторы. Захват неизбежен. Прилагаю к сообщению доклад. Я не понимаю, что душа пыталась нам сказать. Она искала способ, как одолеть демона. И, возможно, нашла. ноября. Об операции «Свобода» раструбили по всем новостным каналам. На нас идет Рой Фаро. Видимо, от него Анита и хочет укрыть барьеры. Но значит, она думает, что мы проиграли. Что Рой дойдет до Йеллоустоуна. Господи. Ведь при таком сценарии почти все погибнут. Все, кроме Бирюзы. Миновать пропасть. Да. Придется мне туда слазить. Опять. Сейчас прокатимся.
похоже на старую фабрику. Мы уже близко. Мой последний разговор с Анитой по чату во вложении к этой записи. Вдруг кто-нибудь когда-нибудь найдет. Я больше ее не увижу. И Бирюза тоже. И ведь это мне придется ей об этом сказать. Инициировано частичное восстановление. Аналитический центр Йеллоустонской кальдеры активирован. Душа синего света. Это Аурея, твоя слуга. И подруга. Скажи, как тебе помочь? Аурея, демон строит охотников-убийц. Их тысячи. Он уже создал несколько новых моделей. Для ликвидации угрозы придется уничтожить почти весь комплекс. Опасность захвата. Доберусь до ядра. Пытаюсь снять ограничитель сигнала. 1-3-0. Не санкционированный кубер. Тут больше делать нечего. Уничтожить эту крепость? А это возможно? Что будет с душой, если мы это сделаем? Не знаю. Но, наверное, ядро там. Все ответы внизу. Гефест. Демон. Не мог оставить ядро без охраны. Он бросит против нас все свои силы. Попросил бы тебя не мешать нам с Элой укрыться где-нибудь, чтобы спастись.
Но я знаю, что ты ответишь. Ну, веди нас в бой. Двигайтесь к ядру. Не знаю, что сделала Бирюза, но Гефесту это не понравилось. Бирюза говорила про ограничители. Это то, для чего нужна башня? Модель, о которой говорила Бирюза. Готовьтесь! Надо нас не остановить. Уничтожь ее! Башня ключ ко всему.
тебе глаза заново защита и брана. Элой! Нет! Аурея! Нет! Бирюза! Душа, прошу, помоги мне! Ик! Ограничители сняты. Есть доступ к ядру. Запускаю цепную реакцию, которая уничтожит дефектные элементы комплекса. Для стабилизации кальдеры мне необходимо перенести свои командные функции в резервный центр данных. Аурея, я свободна. Спасайся. Сестра! Сейчас здесь все рухнет. Аратак! Аратак! Выжить. Победить. Вы, Банук. Лишь это важно. Аратак. Она бы не хотела, чтобы вы погибли. Идем.
Урея погибла. А что Бирюза? Она сказала, что перенесет себя в резервный центр. Скорее всего, она имела в виду убежище Ауреи на конце тропы шамана. Тогда встретимся там. Это будет последний стих в песне сестры.